Согласно недавно опубликованному распоряжению министра здравоохранения, врачи не смогут принимать решение о лечении пациента с помощью средств связи. Новые правила вступят в силу 15 марта. Регламент предусматривает, что стационарный визит будет обязательным для детей в возрасте до 6 лет и для людей с хроническими заболеваниями, когда состояние больного ухудшается или меняются симптомы. Когда о телепараде не может быть и речи. Тогда, когда вы впервые посещаете врача или акушера. Но если врач увидел пациента вживую и следующий визит не требует обследования, можно это сделать удаленно. Изменения на прошлой неделе на пресс-конференции обсуждал министр здравоохранения Адам Недельский. «Мы имеем много сигналов о злоупотреблении такой формы контакта с пациентом. Мы ограничим возможность их использования», — пояснил глава Минздрава.